Приветствую вас. Ну, вы знаете, мужчины занимаются этим. Это не только женская черта, отличительно. Занимаются такие мужчины, порой даже сильнее, чем женщины. Вот. И так далее. То есть, как бы, не от пола это зависит, Анна. То, что с вами происходит. Не от пола. Вот. У вас зависимость от мужчины. И, собственно, нужно вам... Это для того, чтобы проживать чужие чувства, чужие эмоции, потому что сами вы, самостоятельно вы, ну, получается так, что для себя не живете. Вот. То есть вы не делаете чего-то такого, что давало бы вам живую обратную связь. Вот. Вы не делаете чего-то такого, что как-то дало бы вам возможность почувствовать себя, например, реализующейся, например, свободной, например, там, важной, значимой. Вот. И так далее. То есть только она вся в этом, на самом деле. Только она вся в этом, по сути дела. Вот. И до тех пор, пока вы вот свою собственную неудовлетворенность не раскроете, до тех пор, пока вы сами вот своих проблем не увидите, да, которые у вас есть, до этих пор, я думаю, что вы будете жить жизнью этого человека и будете постоянно ждать чего-то, постоянно искать, выжибать и так далее. Вот. Ну, это классическое поведение созависимого человека. Вот. Можете об этом почитать в интернете. Это страх одиночества, неуверенность в себе, отсутствие чувства собственной значимости. Вот. Ну и так далее. Все это и образует то, что вы делаете. С зависимостью можно и нужно работать, с зависимостью можно и нужно раскрывать, именно раскрывать, заметьте, не убираться, да, а раскрывать, потому что избавляться от зависимости, значит, подавлять свои желания. Мы этого делать с вами не будем. Вот. Ваша зависимость. То, что вы хотите. То, что вам нужно. То, что вам важно, это вполне себе реально, вполне. Нужно только, чтобы вы этого хотели, сами, реально хотели, да, вот. А то ваш вопрос, он, знаете, такой, странный немножко.
ваш вопрос. То есть, а делает ли это мужчина? Причем здесь мужчина вообще? Дело не в мужчинах, а вас, понимаете? Дело в вас, в том, как вы себя позиционируете, в том, как вы себя ведете, в том, как вы удовлетворяете свои желания, вот. Вот в этом все дело. Понимаете? Вот. А дальше, можете ли вы контролировать свои мысли? Ну, вопрос у вас такой, да? Да, можете. Можете. Думаете вы все время о мужчине не просто так, а потому что с этим связаны ваши желания. То есть вам хочется чего-то, да, у вас есть какие-то потребности, и вы, соответственно, хотите их удовлетворить, и удовлетворяете только через мужчину, ну, пытаетесь удовлетворить, только через мужчину. Так, как будто бы других способов нет вообще, понимаете? И вот в этом кроется беда ваша, что другие способы вы как бы игнорируете, то есть их как бы нет, других способов. Реализовать ваши потребности, других способов реализовать ваши потребности, их как бы нет. Вот. И, собственно, вы думаете так, да, вы думаете так, совершенно не случайно, а думаете вы так, потому что есть запрет. Запрет на, собственно, другие формы реализации своих потребностей. Кто-то вам запретил. Но, соответственно, нужно узнать, кто запретил. Нужно узнать, ну, соответственно, как и почему это произошло. Какие были обстоятельства этого. Это вот очень важный такой момент. Если мы хотим, да, если мы хотим вам помочь, опять же, вот, знаете, то есть, ну, от зависимости вы сами не избавитесь, как вы уже поняли, я надеюсь, вот. Самостоятельно у вас это сделать не получится. Только вот с помощью психолога, вот, это можно сделать. Но для начала я рекомендую почитать именно про зависимость. Я рекомендую почитать про нее, про зависимость, вот. Ознакомиться с общими аспектами, вот, значит, с зависимости, вот,
И уже после этого можно будет вам что-то рекомендовать. Уже после этого можно будет с вами работать. Вот. Вот так. Вот так. Что касается, фотографий, да, ваших, что касается фотографий, то здесь история следующая. Здесь история следующая. Никто не видит ваши фотографии, да, никто не видит их, вот. Те, что, ну, в социальной сети, вот, их никто не видит. То есть никто не может увидеть те фотографии, которые у вас в профиле, вот. Мы видим только те фотографии, которые вы, ну, помещаете к себе на профиль. Так что не бойтесь, не волнуйтесь, если дело только в этом, то никто не увидит, что у вас там, вот, ну, в профиле ваш, вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. И помните, пожалуйста, что вам нужно работать над собой, работать, а не задавать вопросы. Нужна индивидуальная консультация, нужен анализ ваших отношений, как в семье, так и с мужчинами, так и с другими людьми. Ну, социальный, так сказать, аспект, в результате чего можно будет вам выработать стратегию поведения, которая позволит прийти к определенным результатам. Желаю вам всего самого доброго.